Dobry początek. Amoka! Так, надо поудобнее сесть. Let's begin. Every coin has... Залил соляры. Дефить. А ты зря, сынок. That was an error. I'm way ahead. On my way. Не уверен, что мы его убьем. Куда ты бежишь? Он его убил? Прикольная трипла, конечно. У них, знаете, фрифарме, типа. Поблагодари за подписку Рафланибала. Ну, спасибо. Парни, что это за трипла? На! Я трипле в горло уже насал столько раз. Ну, батя. Да-да, я. Taste my arrow. Another arrow in... Try this on for size. Ливай. As the arrow flies. As the arrow flies. Not yet. I run like the wind. Здравствуйте. Как говорится, дратути. А, высолил, понимаете? Просто взял соль. Посыпал триплу вражескую. Челик левой пригорел, проиграл. Окей. Ледышка? Не качай ледышку, плиз. Молодец. Ну, думаю, мы эту игру с Bounty Hunter просто, ну, выиграли, по сути, вдвоем. Мы уничтожили тут триплу. Ну, в большинстве я, как бы. Больше я сделал, чем он. Сына, высаливаешь. Тупо в соло. Моя верочка на харде не прощает. Без шансов точка нет. О, это серьезная стрела. А что-то он решил задоджить внезапно. Да. Серьезные стрелы? Ну, похуй. Будешь драться? Две серьезных стрелы, но, парни, понимаете, я свою работу сделал, я обоссал харду. И поэтому игра 20 минут. Как же легко против 5 караков. Какой же я пиздатый. Is it raining arrows? Attack! Here it goes. I go. Ping 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 ping. Вы видели хедшотик с Рейнмейкера? Виктори!
10 seconds to go. 5 seconds. Забанили. Да, сейчас бы с хейтерами, стрим-снайперами поиграть. Конечно, конечно. Вы видели, какие хейтеры? ВР-ку банят. Тупые животные на хейтерах, лоу-скильные. Помните, была игра, где чел ферспикнул ВР-ку, начал собирать мои шмотки. Я его на копе просто обоссал с КДА-16. Просто уничтожил. Теперь банят ВР-ку. Зачем, блять? Чтоб испортить мне контент на стриме, чтобы я поныл. Жалкие хейтеры. О, бля, чё я зеваюсь, я не выспался. Может, я переспал? Слишком много поспал. Чатики пишут показать название шмоток на VR. Rainmaker за $93. Как бы, все, что он дает, это синюю стрелу. То есть стрела становится такой синенькой. Голубенькой даже, я бы сказал. Это... Ну вот, написано, короче. Falcon Side Armor. Ну, что-то еще из этого сета. А. Колчан. Потому что это колчан охуенно, он типа не за спиной. Когда он за спиной, то он часто с, ну, с накидкой. Разные накидки, они с колчанами типа сливаются. А тут он не за спиной, а за накидкой, видите? Это идеальный колчан. Рассказ! Кулити матхакич пахчам. Так, нет времени. Кулити! Well, if you say so. Эх. Ooh, это плохо. Бля, тут сложно стоять, они все пока правильно делают. Хотя они меня могли убить уже, наверное. Так, Виндран левел 2, теперь будет убить сложнее. Окей, понял. Я его не убью. Дэмэдж отнял. Я иду до дому. Гача. Как вам прокачанный Виндран, ребятишки? Ага. Я сейчас нашел. Ну что еще? Мне же помощь нужна. Привет, попечь. Если а мой, блять, очередной! 15-го года. Очень их любил, но мне уже кое-что надоело. Следующий! Итак, зачем ты прицепил справа видео с каким-то ноющим и кричащим педиком? Кто это такой? Убери это уебище. Пожалуйста. Иди оно нахуй. Очень страшно и бесит меня. Надеюсь, ты меня услышишь. Виталий, люблю. Что за хуйня, блять, долбоёб? Вторую игру подряд. Вторая игра подряд, я просто уничтожаю. В ноль. Окей. Блять. Сука. Ну, я донатом накаркал. Ёбаное животное. Бля, что-то я сегодня слишком хорошо играю. Сегодня мой уровень игры 10 из 10. То, что меня сейчас убили, это, конечно, Лина пришла как-то слишком неожиданно. Ну, окей. Не, хуй там. Блять. Вот этого я вообще не ожидал. Сейчас супер жадно зафармлю, смотрите, вот так вот даже. Блять, маленький сатир пробежал. Это супер жадный фарм. Укрепнуться можно. Ну какого хуя? Ладно, похуй. Как бы фижу и хуй с ним. Все равно я свою работу сделал в игре уже. У меня анивей будет линка, это быстрая. Ну как быстро, до 20 минуты нормально анивей. Ура, я успел. Что он делает?
1.10.3, блять. Что за уёбок? Типичный Рубик саппорт. Ладно, я шучу. Просто, блядь, если я слишком хорош. Фокус! Спасибо. Не попал стрелой. Быть дауном. Вони все делать. Что вы бэкаетесь? Ну что вы еще? Как насчет сдаться? Твоя мамка настолько жирная, что если у нее на спине нарисовать букву Х, то можно посадить вертолет. Я слышал, твоя мама села на айфон, и он стал айпадом. Твоя слава мама такая воинственница, что в ресторанах написано вместительность 300 человек. Или твоя мама? Гу-гу! Гу-гу! 43-10. Ладно, я в прошлой игре включал гимн. В этой обойдемся. Ну, в прошлой игре я получше сыграл. В этой, как бы, ну, я харду тоже выебал, как и в прошлой игре, в принципе. Просто потом два раза нафидел, но это хуйня. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи Твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.